опять же. Похожая карта. Все, я тут. Соскучились? Да-да. Я говорю, опять такая же карта. Почти такая же, похоже. А нас смотрят только два человека или у меня глюки? Я перезапускал стрим, так что, возможно, сейчас еще подключится. Да, хил опять. Я не буду это рестарт делать. Ой, ну тут опять получится без помощи. Я бы хотел посмотреть совместные войска. Тоже очень интересно. Ну хотя там больше командная игра. Миша, отключи скайп. Или выключи, в смысле, выключи звук или убери телевизор. Все, не можешь говорить. Опять маркеты, да, пошли? Да нет еще. А, ну да, еще только гибот поставился у нас на стриме. А ты за кого опять ВРВ смотришь, да? Да, я за ВРВ. Ну вот ГОК ставит, по-моему, далеко казармы. Ну тут, в принципе, так нельзя сказать, что тут будет кэмп или не кэмп. Сразу нельзя сказать, я думаю, вряд ли тут будет кэмп. Да, в принципе, намного дальше, чем Ганнибал. Ганнибал? Ну, в принципе, Ганнибал может еще 3 каза вперед воткнуть. У них прям рестарт такой получился полный. Опять ВРС Насти. И Ганнибал с Гокером, сейчас Гокер будет мстить, наверное, как он уже написал. Он почувствовал вкус крови и будет сейчас гасить, или как он там написал. У меня опять глюки, 2 человека смотрят. Ты не перезапускал? Не-не, сейчас 2. Один из них я и второй Фред. Хватит. Интересно, в шот они будут играть или в мух? Я бы сыграл на такой скорости в мух все-таки. А ты, Фред? Серёг, ты вылетел, что ли? Не-не. А, нет, я уж испугался. Я сворачивал. Не, ну Настя прям удивила вчера на Эрлиге. Ты видел, как она вынесла всех? Не, я Эрлигу не смотрел. Не, я сам не смотрел, я просто потом посмотрел, ну как бы я играл ее сам, но потом как проиграл, я расстроился, вышел вообще, закрыл все вкладки с казаками, решил больше опять не играть. Вот, и потом сегодня пишет, кто-то написал Гамблер, потом говорит, мне очень понравилось, как Настя выступила на турнире. Я смотрю, но она, в принципе, мне сама вчера писала, говорит, что вынесла Сникерса, Шарка, но она прям вообще молодчинка, тоже потом посмотрел. Но Шарка, в принципе, он не очень стабильный игрок, Шарк, он местами сильный, правда, а местами вообще у него отвратительная игра. Шарк, вот. Я не знаю, я вот насколько его знаю, он, кемпер. Кемпер, но иногда он, кстати, вообще замечательно играет. Кемпит иногда даже классно. У него получается это. А иногда вообще ужасно играет. Вот у него как получится. Ну а Сникерс вроде как, по рассказам Анби, он очень хороший игрок. Поэтому я был немножко удивлен.
Вчера вот только, по-моему, ни один из интов не участвовал. Только, может быть, Виста. Виста, да. Кто выиграл? А выиграл кот у прототипа. Ну там была интересная игра. Кому же там Настя проиграла? Настя Арлекина проиграла. А я Матадору. У меня прям какое-то проклятие. Я дохожу до основной сетки, и неважно, кто там будет, хоть там Виктори Бомба будет, я проиграю ему, это 100%, я не знаю. Поэтому лучше даже не пробовать. А в 1-16 мне очень часто попадались сильные соперники, и я их выигрывал. Я не знаю, это, наверное, реальная магия. Я тоже одну свою эрлигу запомнил. Надеюсь, Вова не обидится. А, ты... Я помню, кстати, но я не помню, что там случилось, как ты его выиграл. Ну, я не знаю. Он, наверное, просто плохо сыграл как-то. Игра была с саксами, драк на драк. О, еще Туз нам присоединился. Привет, Туз. Я тебя уже запомнил с твоим странным ником. Вроде ты, да? Поменяй ему ник. Он просил, да? Ну я не знаю, просил, не просил, но поменяю. А он пусть напишет, Туз, напиши, на какой тебе ник поменять. Кто тебе поменяй, сейчас знаю. Какой я хочу. Вот интересно, шот будет строить или кого? Посмотрю его. Да, шот играет. Да, они мне вот удивляют. Я просто много раз, когда учился играть англами, спрашивал у многих очень сильных игроков, и они мне советовали на диагонали играть в мух. Они как бы сильнее на диагонали, потому что можно подкемпиться, побольше мух собрать. Ну вот, но... Степа, насколько я знаю, тоже больше любит мух. То есть играть мух против шот. Коль, куда опять попал? Алло, все, я опять тут. Кстати, по поводу Степы, да, он... Я бы даже сказал, он ландок в игре мух против шот. Да, вот он мне как-то... Он мне сам говорил, что он... Если играет мух против шот, тогда он хорошо играет. Если играет шот против шот или мух против мух, не очень получается у него. А, вот, да, он сам посоветовал одну тактику. Очень даже такая... Ну, она не мудреная, простая, но эффективная. Я помню, он мне как только рассказал, я попробовал в игре против мистика, и она очень мне помогла. Я даже вот потом пробовал на этих тоже играть так, ну как-то забыл про нее, но она правда действовала. И как бы она, ну, простая очень и действенная. Мне она очень понравилась. Но потом я как бы учился в шот играть, потому что очень много игроков играют в шот, и я подумал, что шоты, может быть, если правильно играть в шот, будет вообще непобедимым. Но для меня Англия вообще какая-то
Блин, нация, я у меня даже был когда-то там в подписях написано БЛСН, ненавижу англов, это правда, я вообще ненавижу их. Мне вообще код помогал, и многие мне помогали с англами, но я так и не научился им хорошо играть. Ну, я так, такой же традиции придерживаюсь, не играть вообще англами. Да, это ужас какой-то. Мне как КЛСН выпадает, так я думаю, блин, как же сыграть, как же сыграть. И надеюсь, что мой соперник будет играть вообще. А я вот не понял, зачем Вова добывает дерево? Я вот сам не знаю, я, кстати, тоже обратил на это внимание. И он, смотри, я видел, я просто отключался, но я все видел. Он внизу поставил складик и туда поставил этих гусей на охрану. Сейчас там так же, нет? А, нет. Как-то непонятно, смотри, я Академию зачем-то еще одну поставил. Качаться? Видимо, ничего не у него. Не-не-не, а у него вообще зачем дерево добывать, когда можно, например, камень добывать? А, ну камень тут заблочен, в принципе. Ну вот он дерево свое все обменял. А куда он обменял? Ну я вот не понял. Он хочет еду. А, да, возможно, в еду. Что-то же шоты. Видел? Настя пишет, где ваши порты? Да, вот. Огнебал пишет, мужики без портов играют. Да, я вот смотрю, у Гокера 150 еды, у ВРВ 240, хотя к концу ПТ обычно еды вообще не хватает. А еще смотри, Вова, по-моему, так и не успел докачаться, посмотри Академию. Да, он еще не докачан. Ужас. Фред, ну, вот скажи мне, ты как... А, ну, в принципе, ты очень старый игрок, тебя вряд ли учил код этому. Наверное, сам научился играть. Мне вот код помогал, очень сильно причем помогал, и записи мне рассказывал. Ну, мне как-то это, не знаю, не помогло. Наверное, просто моя ненависть к Канву сыграла большую роль. Вот ПТ закончил, собственно. Но они все стоят далеко у линии. Гнебала фижу. Давно уже не играл. Проблемы чуть-чуть с контролем. Оф-оф, много потерял просто так. Может быть, они забыли, что уже ПТ закончилось? Да, вот если игра затянется по ресурсам, проиграет. Настя выиграет. Одна. Да. Настя себя обеспечиваю едой. Настя хозяюшка. Хозяйственная. Вова хоть докачался? Что тут сзади стоят? Ганнибала. Да-да, вообще какая-то печалька. А Вова докачался хоть? Да-да. Восемь человек уже смотрят. Ой, у Ганнибала опять драк. Я не знаю, у него с мышкой может быть проблема. Смотри, как драк теряет. Ты, наверное, уже видел. Да, да. О, Настя неплохо тут фланг смотри выставила. Вообще замечательно. Тут Ганни опять контроля проигрывает. Гокера. Гокера шотов идеально вообще кроет. Вот Настя хорошо фланг сыграла. Сейчас у нее мясо кончится. А, она гусями поможет. Тактику я видел, я не знаю, правда, это вообще можно назвать тактикой, просто тот мне сам объяснял, что раньше старые игроки так играли. Вот сейчас она, я не пойму, что она хочет сделать. Атакует? На шотов? Ну, это большая ошибка. Вот, и тактика заключалась в том, чтобы крестами на фланг с драками и туда же пути шотами крыть пикой и офицерами. И, кстати, неплохая тоже тактика. Вот Настя, в принципе, тоже и делает, видишь, она гусями еще как бы фланг прикрывает. Ну, Ганнибал тут с Гокером вообще плотно обойдет. Ворова пытается обойти, а Настя атакует в это время. По-моему, такие атаки в лоб вообще
ничего хорошего не принесут. Сейчас вот посмотрим как раз. Ну, как по мне, они... ну... Брат пытается ударить в кучу, а ВРВ сейчас и обойдет просто. И обойдет, и в центре, ой, еще так делают. По-моему, это вообще ошибка. Фред, ты как думаешь? С одной стороны, она меньше теряет гусей или такой, но... Когда они дошли, их надо было уже пошире как-то развести. А там офицеры. В том-то и дело, вот смотри, значит, пошире разведет, там офицеры впрягутся. И все, мне кажется, вот сейчас ВРВ... Она шутов там практически не пережит. А, проигрыш, ну так, я тоже так думаю, Фред. ВРВ сейчас гусей очень много выиграет. Если он вот сейчас, например, не сольет их на оффов. И Кокер, по-моему, то же самое сделал. Непонятно, зачем так. Хотя я, наверное, не могу судить. Да-да-да, Фред, я тоже так думаю. На шотов, как мне Кот говорил, на шотов вообще атаковать нельзя. Это главное правило англов. Он мне там, по-моему, даже писал, я как-то понимал в английский, что... Да-да, ФРВ все правильно сказал, что шоты это как пушка, но нас понял, расстреливает мясо. ВРВ, вот он только на, сейчас гусей теряет на оффов, ну, если он их отводит, там тоже все потеряешь, что все правильно. Отставляет отвести, рах. ВРВ, все, ВРВ выиграл нас. А вот сейчас посмотрим, как Гокинс с Ганнибала. Серег, покажи ему. У них по очкам, судя по очкам, равная игра. Не, ну, так, кто у нас, Ганнибал? Он отходил. Да, и мясо у него, по-моему, поменьше. Да, у него поменьше мяса. Ну, у него гусей вроде как. Побольше смотрится. Хотя сейчас посмотрим. Мне кажется, это будет как раз решающий размен. Да. Ну, судя по очкам же, опять Ганя проигрывает. Мне кажется, он самым первым. На лайнфайтер. Вот, смотри, смотри, у него гуси, по крайней мере, проходят. А мне кажется, это ничего такого, они сильно не натворят. Да, ну... А главное, что он шотов в самом начале много потерял. Тут шоты важны. Хотя смотри, сколько мяса еще у него. У Ганнибала. Гокер отходит гусями. Ганнибал продолжает давить. Ну, мне кажется, шотов не так уж легко заблочить. А хотя я не видел, у Уокера интересна была форма из шот или нет. Или пику забыл подвести. Пику вот только сейчас подводит. Формы нету. Ну, это хорошо. А пику только сейчас подводит. О, 71 шот еще решено. И 151 гус. Мне кажется, тут все уже. Шотов отводит, правда, он уже часть отводит. Настя в казах. Ну опять, я думаю, тут уже ГГ. Ну, сейчас гусями он его. Да, и причем он правильно делает, идет не в лоб. А, хотя часть вот у него в лоб идет. Ну, они, в принципе, тут уже ГГ, потому что слишком много гусей, слишком мало шотов. Ну, все равно гуси хорошо падают, смотри. Конечно, это шоты. Все равно дошли. Все, ГГ тут. Да, Ганни даже отступать, по-моему, уже бесполезно. Да, Ганни правильно сделал, но он в самом начале много очень шот потерял. Поэтому преимущество такое получилось у Гокера. Тут уже сейчас это гуси добежали, сейчас от шотов чего не останется у Гани. Ну а Настя в казах там уже тоже, по-моему, бесполезно. Только вот средствами как? Средствами вообще не беды. Сейчас так, секундочку опять, на секундочку отойду.